Приветствую, друзья. Видите, у меня ошейник. Вот пока мы в таком ошейнике, многие находятся. Поэтому надо снять этот ошейник. А я вот это видео прошлое показал Наташе Кузьминой, которая там в поездке сейчас находится. И скоро ее книга выйдет, наконец, в печати. И вы почитаете, там очень много будет интересного. А сейчас я сниму этот ошейник, потому что он белый, а на самом деле всякий ошейник для человека, как на собаке, чтобы держать на поводке. Поэтому, чтобы освободиться от ошейника, в первую очередь, и чтобы лучше соображать, а ведь стресс – это тоже ошейник, потому что мы там в потоке, но в негативном. А нам нужно перейти через нулевое состояние в позитивное, в поток. Я об этом много говорю в каждом ролике. А сейчас я, видите, там мне Наташа Кузьмина, когда увидела прошлый ролик, сказала, включи сзади себя светящиеся такие вот новогодние лампочки, которые у тебя очень хорошие. Я ее спрашиваю, это что, как свет в конце туннеля, что ли? Что он сзади нас находится? А сзади нас находится наша история. И когда мы знаем нашу историю, мы лучше понимаем, как двигаться дальше. И таким образом получается, что поскольку наша Россия находится между Западом и Востоком, все время переписывает свою историю заново. И мы никак не можем понять, где мы находимся, в какой точке неопределенности. Архивы-то закрыты в большинстве своем. А чтобы понять, кто мы, что мы, в первую очередь, люди, творцы, потому что в нас включена вся история предшествующих поколений в нашем геноме. И поэтому я занимаюсь тем, чтобы люди научились все больше и больше снимать лишний стресс, чтобы не зависали, а могли думать свободно. Свободно. Да. И поэтому я вас хочу спросить. У нас уже в моменте 197 тысяч подписчиков без всякой рекламы. Значит, это нам нужно. Значит, люди подписываются. Подпишитесь на YouTube-канал, кто еще не подписан. И на Telegram подпишитесь, кто еще не подписан. И обязательно смотрите под роликом в описании, чтобы вы понимали, с кем общаетесь, где мы находимся. Итак, друзья, еще раз поздравляю с праздниками. Никуда от праздников не денешься. Это же такой прекрасный обычай, который был и тысячи лет назад, и сегодня, и зная свою историю, и зная вашу собственную историю, которую легче понять, когда вы занимаетесь любимыми делами, открываете свои творческие способности, о чем мы проводим бесплатные ликбезы. Кто подписался, смотрите на главный лист Ютуба, там бесплатные ликбезы по 2-3 часа. И найдете свои приемы, которые снимают лишнее напряжение. Вы выходите на состояние свободного сознания, когда можете лучше соображать и понимать, что и как надо делать. Будем свободны, без всяких ошейников. До встречи, друзья!